Пес по кличке Бентли оказался в приюте, и он боялся каждого шороха. Питомца забрали из дома правоохранительные органы, а о его жизни было известно очень мало из-за конфиденциальности дела. Пес боялся и работников приюта, и собак, живущих в нем. Он не мог довериться человеку, и чтобы изменить это, требовалось время. Бентли выглядел грустным и растерянным, поэтому команда приюта придумала план, чтобы помочь животному адаптироваться к новой обстановке. И так было решено держать Бентли не в питомнике, а в офисе. Команда помощи подумали, что постоянный контакт с людьми поможет животному чувствовать себя лучше. К счастью, идея ребят сработала. Чем больше времени питомец проводил в человеческом обществе, тем лучше он себя чувствовал. Бентли стал вилять хвостиком. Стало понятно, что на самом деле пес очень добрый, отзывчивый и чувствует, когда человек грустит. Совсем скоро Бентли стал любимцем всего офиса. Правда, малыш все еще немного нервничает, если встречается с новыми людьми, но прогресс в поведении животного очевиден. Пес даже подружился с некоторыми собаками. Все, что нужно животному сейчас, теплый дом и любящий хозяин, который позволит питомцу проявить все самые лучшие черты характера. Друзья Бентли в приюте надеются, что шестилетний песик недолго будет одиноким. А пока что малыш ходит с людьми в походы, катается по траве на улице, а потом идет спать на офисный диван. Как же повезет его будущим хозяевам.